Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наташа. Очень приятно. Поверимся. Наталья, расскажите, как вы первый раз ездили в Польшу? Ну, сначала до Львова, потом на поезде, потом до Варшавы на автобусе, до Варшавы в офис, прямо в здании вокзала на третьем этаже. Офис фирмы, работодатель, да, так. А потом уже оформление бумаг на чисто на работу. Как вы вышли на нашу фирму? Как на Тиял? Наша Тиял. Она мне знакомая, дал номер телефона Кати. Катя, Екатерина. Да. Ну и поехала. Екатерина вам подобрала вакансию? Да, она мне предложила там 3 вакансии. Ну, в разные места. Ну, я выбрала одну. Вы выбрали, которая была более высокооплачиваемая, да? Да, которая была и тяжелая. Ну, сказали тяжелая, да, вообще тяжеловато. Предупредили о всех сложностях. Да, что конвейер целый день на ногах. Это была рыба. Да, рыбоконсервный завод. Разделка. Упаковывание коробки. Ну, банки консервные. Вы филе, ездили по безвизу, да? Да, безвиз 90 дней. И все 90 дней смогли? Ну, да, плюс-минус там лет, да. Да, продержаться. Да, нормально, можно работать. Можно работать. Сейчас ну, работать везде надо, конечно. Вы довольны в целом поездкой? Да. Расскажите о ваших коллегах, которые были там, не от нашей фирмы. Ну, были там в основном из Западной Украины, там, женщины. Не знаю, как фирма называется. Ну, я так понял, что там 15-й посредник, а может и не 15-й, но их там сильно много. Они их так везли на одну работу, потом привезли, оказывается, на этот рыбный завод. Ну, они начали возмущаться, что не туда, куда им сказали. Ну, а так как он им говорит, что, типа, ваше дело, хотите оставайтесь, хотите уезжайте. Ну, людям, видать, деваться никуда было, не остались. Сколько у них была ставка? Ну, я точно не могу, потому что там секрет фирмы. Ну, мало. 8, 5, 9. А вы работали? 13. Вам вовремя платили? Да, 15 числа каждого месяца. Про один раз. Ну, можно было, когда я только приехала, можно было взять аванс 200 злотых. Как прожить, чтобы до зарплаты. Ну, вполне хватает. Условия жилья? Приемлемое. Тепло. 4-5 человек в комнате, душ, стиралка. Это было кухня. На территории, да? Это было прям в хостеле, да, конечно. До работы как вы добирались? Пешком минут, ну, наверное, 15-20. Ну, недалеко, нормально. Не ездить, не на электричках. Я слышала, есть и такое. Вы остались в целом довольны? Да, конечно, желательно было бы лучше, но из-за того, что, может, кому как, но мне бы хотелось бы работать хотя бы по 10 часов, а там 8-часовой. Были подработки, конечно, но не часто, в основном в декабре, потому что это супер праздник. Ну, 8-часовой как бы тоже. Но вы хотели вернуться именно туда? Да, если бы взяли, то да. Ну, потому что я уже там все знаю. Ну, как бы. И так, можно сказать, уже привыкла, руку набила, да, конечно, надо работать. Хорошо. Быстро. Вы бы стали рекомендовать компанию Тиял для трудоустройства в Польше нашим согражданам? Ну, да, если пока все идет нормально. Ну, не без обмана, без ничего. Тогда да, конечно. А если так, как посредники там, которые везут туда, обманывают людей. Конечно, я уже бы не сталкивалась с такими. Поэтому вы обратились к нам второй раз. Ну да, я думаю, что и на этот раз будет все нормально, все хорошо. Хорошо, Наталья, спасибо вам большое. Может быть, какое-то еще напутственные слова другим, кто сомневается или думает ехать, не ехать в Польшу на работу? Ну, я скажу так, что не бойтесь. Ну, как говорят, что тут прямо, там прям с ног падаешь, умираешь от работы, и там тебя напрягают.
и морально-физически, то нет, я бы не сказала. Привыкнуть за недельку можно, и чтобы сказать, что там особая сложность. А морально так вообще, никто тебя не трогает. То есть нормальная работа, хорошо работа, они это ценят. Угу. Конечно, если будешь отлынивать, то можно и остаться вообще, и поехать на Украину, как говорится. Ну, вы... Если будешь плохо работать, да. Вы едете второй раз, потому что... Ну, мне нормально там. Мне нормально. Я к этому привыкла. И, в принципе, работы не боюсь. Главное, чтобы платили. Без обмана. Без обмана. Спасибо большое за интервью. Я думаю, нашим согражданам будет полезно, да, увидеть ваш отзыв. Да. Чтобы они не боялись, ничего, обращались. Ничего страшного там нету однозначно. Жить можно и работать тоже можно. Спасибо большое. Да, пожалуйста.